Как отличить реальную улыбку от фальшивой? Далее подробнее. Психолог Ричард Уайзман проверил эмпатию людей. Участникам эксперимента он показывал два фото с улыбающимся мужчиной. Оказалось, что распознавание улыбки очень зависело от профессии. Хуже всего угадывали ученые физики всего 60%. Обычные офисные клерки и представители рабочих профессий показали результат в 66%. Журналисты показали 73%, и самые лучшие результаты были у социологов – более 80%. Также люди младше 40 лет распознавали фальшивую улыбку лучше, чем старшее поколение. По словам психолога, когда вы искренне улыбаетесь, вы задействуете больше лицевых мышц. Вокруг глаз появляются характерные морщинки. Поэтому искренняя радость в первую очередь видна по глазам. А вы согласны с ученым?